Приветствую вас на канале. Предлагаем топ-5 гаджетов для вашего здоровья. Когда слизистые гортани и легких подвержены сезонным заболеваниям, зачастую требуется особое и незамедлительное лечение. Оказать скорую помощь организму с применением медикаментов и спреев иногда не представляется возможным. Тем не менее, местная терапия эффективна в лечении подобных проблем. Она оказывает быстрое действие на патологические процессы в слизистых оболочках и облегчает состояние больного. Небулайзер превращает лекарственные средства в аэрозоль, который распространяется на слизистую в виде маленьких летучих капель и попадает даже в самые труднодоступные места. Польза ингаляторов. Благодаря правильному распространению лекарственного препарата через небулайзер происходит его равномерное распространение и моментальное всасывание в слизистую. В отличие от таблеток, этот метод считается наиболее эффективным. Глюкометр. Очень компактный, немного больше автомобильного брелка. Имеет хороший большой дисплей, на котором прекрасно видны показания, что для пожилых людей это очень удобно. Также на лицевой части глюкометра расположены три кнопки. Одна – включение и выключение, кнопка M, две кнопки C и D для настройки даты и времени. Ими же настраивают единицу измерения. Работает на батарейке типа таблетка, как в электронных весах. Важно, что у него нет кодирования и отключается автоматически, если забыли выключить сами. Инфракрасный термометр улавливает инфракрасное излучение, исходящее от человека, и преобразует его в соответствующие цифры температуры. Это излучение еще считается тепловым, поскольку кожа человека оно воспринимается в виде тепла. Преимущество. Очень быстро измеряет температуру тела человека. Для этого требуется всего 5-30 секунд. Имеет звуковое оповещение, окончание измерения, что удобно для прослеживания динамики температуры за определенный промежуток времени. Безопасно в использовании, поскольку не разбивается на мелкие травмоопасные осколки, что важно для применения в домашних условиях. Контролировать уровень артериального давления нужно всем, от малого до большого, но особенно важно регулярно измерять давление людям после 40 лет, так как они больше подвержены болезням сердца. Для измерения давления существует специальный прибор – тонометр. Данный тонометр доступен с разными размерами манжета, что следует учитывать при покупке плотным людям. Важно строго соблюдать инструкции, чтобы получить правильный результат измерения. Несомненный плюс, что есть также адаптер, если мерить давление только дома, то батарейки можно не покупать. Тонометр на запястье – это самый современный тип автоматического прибора. Такой тип тонометр работает по такому же принципу, как и все остальные. Манжета наполняется воздухом. В это время участок артерии сжимается за счет кровотока. В манжете увеличивается давление. В это время прибор чувствует колебания от давления. Затем результат выводится на дисплей. Такой тонометр определит не только уровень артериального давления, а и частоту пульса. Некоторые модели такого типа тонометров имеют ряд дополнительных функций. Они никак не влияют на точность работы устройства, но могут быть очень полезны пользователю. Точные показания получаются благодаря сверхчувствительному микропроцессору. Если вам понравилась подборка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки на товары в описании.